О. Белое золото, синий. Доброе утро, малыш. Да вытри ты ему хоть что-нибудь с ними. Подарок. Ну-кася. А ты крышечку снимешь. Давай вместе крышечку снимем. Ой, а тут еще есть. О. Зашкаловые. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Блин, ну они классные. Не-не-не. Я тебе коробочку потом дам. Скажи, Владик, я не буду мешкаться. Я сразу отберу. Ай, больно. Я хотел красиво подарить. Но не нашел слов. Мне и так красиво. Ну, хорошо, кстати, смотрится красиво. О! Ой, слушай, вот. Классные. Классные, да? Мне нравится то, что они, ну, небольшие такие, ага. Именно с висюльками, потому что постоянно кнопки-кнопки, а тут... Но там были не висюльки, они даже дешевле, гвоздики. Я их не стал брать, потому что эти лучше. Асизи. Асизи, да, на память. А ты там не был. Получается, лучше вот так снять. Чтобы не к этому. Несмотря на то, что они серебряные, все равно смотрятся хорошо. Серебряные, не знаю, я просто люблю белое больше. А мы, кстати, когда маленькая была, мы с мамой ходили к этому... А камушку видно? Гемиопату. И он там проверял, какой металл мне больше подходит. И мне почему-то он говорил, что золото, а маме серебро. Хотя мама любит всегда золото, а я наоборот серебро. То есть все наоборот. Так, мы на море. Мы на море. Понял? Через 15 минут собирайся. Надо выходить. Владик, ты будешь собираться на море или нет? Ты купаться будешь? Ну, возьми, на всякий случай. Очередной раз. Владик, на море поедем? Поедем на море? Надо кепки одевать. Все, Владик, собираемся. Владик, может, ты покушал? Ой, покушал, господи. Что в моем году? Может, ты покушал? Пока как. Владик, ты уже покушал? Папа, давай я не покушаю. Так, на четверенечки. Давай, пошли попу сейчас помоем мы с тобой. Иди сюда. Надеемся успеть на электричку. Вселяется артист. Класс. Знаешь, сколько стоит? 1250. Белое золото, синий бриллиант. Вот, пожалуйста. Я в этом не разбираюсь, мне все равно. Владик начал капризничать. Мы поняли то, что он хочет покушать. Нашли вот такой сквер, чтобы покормить карапузика. Ну, не сквер, детская площадка.
Вот сейчас он кушает. В общем, мы решили поехать домой, потому что сильная жара. И весь мокрый уже от жары. Лучше мы поедем домой. В прохладу. Все, нагулялись на жаре. Добрались до дома, в общем. Карапузик запарился за весь день. Сейчас будем охлаждаться. Вот так вот. Неудачный выходной.